Привет, сегодня я вас беру с собой в поездку, и я хотела немного поснимала Минский duty free и duty free Польши, аэропорт Шопен. В Минском duty free достаточно неплохой выбор парфюмерии. Здесь есть также стенд с товарами со скидкой, неплохой тоже выбор парфюмерии и хорошие цены. Ну, здесь уже более такие дешевые ароматы. Очень много гостинцев можно привезти с собой, сумки, какие-то сладости, конфеты местные. Вот так он выглядит. Здесь есть бодишоп, мои любимые масла для тела. Очень люблю, часто пользовалась, особенно раньше. Ну и, конечно, производство местное. Это Спартак, это Коммунарка. Естественно, алкогольная продукция, какие-то полотенчики, красивые фигурки, такие вот местные. Ну и здесь я хочу отметить большой хороший выбор парфюмерии. Если вы летите зарубежной линии, естественно, не между Россией и Минском, нет таможенной границы, поэтому там совершенно нет никакого duty free. Шанель. Очень хороший выбор здесь travel наборов. Посмотрите, какие замечательные наборы. Клоранс мой любимый, Сисли, косметика. Сисли очень большие. Ну, цены, по-моему, такие же, как и в любом duty free Европы. По-моему, они одинаковые, может быть, чуть дешевле. Какие-то новиночки появились. Клоранс. Не везде, правда, есть цены, не совсем удобно, но выбор достаточно неплохой. Есть здесь сумки, часы, очки. Хороший выбор здесь парфюмерии Эрме. Есть также маленькие travel наборчики, есть Ван Клиф, Амуаж, есть парфюмерия Том Форд. Хороший выбор. И Лос Черри как раз здесь был. Его я попробовала. Вот мы уже отправляемся. А здесь мы уже прилетели в аэропорт Шопен. А у нас там была пересадка. Очень симпатичный, удобный, комфортный аэропорт. Это мы уже летим. И аэропорт Шопен. Здесь очень хорошие магазинчики с украшениями. Такие марки, видимо, местные. Очень хороший выбор серебра, золота и бижутерии. Помимо всех известных Пандоры, здесь также есть какие-то местные марки. Очень интересные варианты. Вот большой выбор. Мне здесь очень понравились кулоны. Но времени было мало, и выбирать было некогда. Так пробежалась, посмотрела. Очень симпатичные здесь браслеты, какие-то интересные колье. Здесь я зашла в Бёрбери. Здесь такой магазин, здесь мультибрендовый. Представлено много марок. Шарфы Бёрбери. Очки, сумочки. Очень мне понравились вот эти вот очки красивой формы. Вот вторые снизу. Очень красивая форма. И цвет такой приятный. И цены, конечно, все-таки duty free не отличаются низкими ценами. А может быть, раньше было дешевле. Сейчас я не вижу какой-то особой выгоды брать именно в duty free что-то. Меня интересуют всегда какие-то интересные travel наборы, которые не встретишь в обычной жизни. Фурла здесь представлена. Вот такой вот аэропорт. А это Сальваторе Феррагамо. Мне понравились очень туфельки.
Но цены кусаются. Очень удобные. Также здесь местная продукция. Это польский алкоголь, какие-то конфетки, десерты, интересные ликеры. Помимо мировых брендов, здесь есть, конечно, и вот такое вот что-то именно локальное, местное, польское. Такие настойки всевозможные, с клюквой, с медом, различные варианты. На подарок можно купить все, что угодно. Здесь очень хороший выбор. Мне привлекло внимание вот эта посуда. Посмотрите, какая красивая. Особенно вот эти вот кувшинчики для молока. Очень симпатичные. Urban Decay, большой стенд с помадами, но я не нашла цвета, который мне был нужен. Скидки тоже стенд 40%. Такие ароматы. Косметика Клауди Шифер. Кто пробовал? Еще ни разу ничего не покупала. Здесь Филорга представлена, Кудали, тоже хороший выбор. Очень много марок. Ламер, мне нравятся их аквариумы с такими потрясающими рыбками. Очень много местных марок. Средства для волос. Ланком, Идоль, Лавиабель во всех вариантах. Ну и местная косметическая продукция, это косметика польская, видите. Я попробовала Лирен, но не могу сказать, что в большом восторге. Может быть, еще не нашла что-то стоящее. Шисейда, Локситан. Достаточно большой выбор различных марок. Очень много всего. И есть где разгуляться. Если у вас есть время, то вы не заскучаете. Вот это доктор Ирена Эрис, польская марка. Тоже очень большой стенд. И декоративной косметики, и средств по уходу за лицом. Ничего еще не пробовала от этой марки. Вибо. Такая бюджетная марка. Очень большой выбор здесь косметики для ухода по уходу за телом. Лирен, вот большой выбор. Я взяла маску с витамином С вот этой фирмы на пробу. Ну и различные наборчики. Можно найти всегда что-то интересное, какие-то выгодные варианты. И парфюмерия, когда в маленьких миниатюрах, тоже интересно. Вот хороший тревел-вариант от Клиник. 229 злотых это. Нужно переводить. Немножко тяжело пересчитывать постоянно с рублей в евро и в злоты. Также здесь есть бижутерия туз, различные сережечки, кулоны. И вот такие вот герлен, наборчики миниатюр. Очень интересные варианты. Лос Черри. Интердикт новый. Ароматы туз тоже здесь я нашла. Хороший, очень большой, огромный такой выбор. Ну и опять шоколадки, конфетки. На любой выбор, вкус. Я взяла на пробу шоколад польский. Такая девушка.
ждем, ожидаем рейса. Не очень загружен этот аэропорт, хочу сказать, очень удобный, понятный. Множество кафе. Надеюсь, вам было интересно. Я вас немножко развлекла, показала, что продается в дьюти-фри Минска и Варшавы. Всего доброго и всем пока!